Жара медленно, но верно берет бразды правления в Европе. И традиционно первой она пришла в страны Средиземноморья. В 32 провинциях Испании готовятся к экстремальным температурам. Судя по прогнозам, из 11 регионов, находящихся в зоне риска, 5 пострадают больше всего. В ней помнит с 1981 года, но страдать от летнего зноя будет и юг Франции. Вспышки экстремальных температур пришли за рекордно жарким маем в обеих странах. К тому же все большую тревогу вызывает и засуха. 35 французских департаментов уже ввели ограничения на использование воды.